Всем привет! Сегодня 11 мая 2021 года. Харьков. 3 часа дня. Старик уже выносит инжиры. Вон они зеленые, такие лопухи здоровые. Закалять надо. Пока пасмурно, надо закалять. А вот это я вам показываю. Гранаты. Этот гранат в ведре стоял у меня в подвале. И видите, уже листочки погнали. Хотя там темно и прохладно. Ну, есть некоторые, вот, подмерзли. Но основная то живой. Сухие мы пообрезаем вот такие вот. Сухие вот. А этот стоял в помещении, где температура не опускается ниже плюс 5 градусов. И следующий гранат, который дед оставил во дворе, он вымерз. Вот он, сухой, видите? Сухие ветки. С корня даже не отойдет. Нельзя так выращивать гранаты. Цвести нам еще рано. Это молодое растение, почек нету, и слава Богу, потому что укоренялся в прошлом году из черенка. Вот он пошел расти, две такие почки проснулись, и еще одна такая боковая, этот погибла. Очень удобно выращивать на таких вот стеллажах. Смотрите, я сейчас полью, и вода вот бежит, сильнее бежит, бежит. Это саженцы хурми, дички, тоже просыпается и бежит прямо в ведро. Экономия воды сумасшедшая. А поливать надо будет чуть ли не каждый день, потому что стоит жара летом, и растение высыхает буквально моментально все. Видите, сколько проснутся эти, молодежь идет. Сюда надо такие молодые получать и укоренять. Прикорневая порция, самолет летит, разлетались над Харьковом, недалеко аэродром здесь. Молодая поросль, она повторяет материнское растение, и будут хорошие у вас плоды. Это растение у меня от Виктора Чистякова из Запорожья. Человек поделился с харьковским пенсионером черенками. Вот он, видно, вот черенок уже срез зарастает. И вот такой вот четырехлетка. Я не даю ему сильно разрастаться, мне не надо. Просто будем пересаживать в ведрах, заносить и выносить. Ничего не поделаешь. Кто хочет гранаты, значит, надо прятать их на зиму. А инжиром, смотрите, ну, верхушки молодые, конечно, на солнце чуть-чуть подгорят, но будут жить. Плоды есть там. Дед пообрывал, конечно, но где-то плоды должны быть. А, хотел похвастаться, но на других у меня. Это еще молодые. Вот он, плодик, нашел. Спасибо, что были в гостях. Пока, до новых встреч.